Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил журналистов редакции «Видновские вести» с прошедшим днем печати, вручил благодарственные письма и памятные подарки. К поздравлениям также присоединились сотрудники Росгвардии. Все жители нашего округа должны знать информацию, вы ее все даете, честно, правдиво, объективно. Поэтому спасибо вам огромное за работу. Пускай будут не первые, не последние репортажи, как можно больше хороших, красивых репортажей. От всей души поздравляем. Прежде чем попасть к читателю, газета проходит через руки целой команды. Видном о новостях города пишет муниципальное издание «Видновские вести». Команда – это великое дело. Это личный пример. И я счастлива, что я здесь работаю 32 года. И за 32 года я написала об очень многих людях и никогда не пожалела, что написала о ком-то. Это люди просто замечательные. С каждым годом подача материала в газете становится более современной. Верстка удобнее, а картинка ярче. За чашкой чая генеральный директор Видновской дирекции киносети Павел Русаков рассказал Владимиру Жуку о современных технологиях, которые используются в издании. У нас есть QR-коды. Вот, да. Ты подошел с телефончиком, статья тебе понравилась, зашел, оп, а там уже видео на видновских, на Видное ТВ по этой же теме. Ты раз на телефоне видео посмотрел. В редакции газеты «Видновские вести» трудятся настоящие профессионалы своего дела. Благодаря их труду читатели уже 93 года узнают о последних событиях. Журналист Этерика Беридзе поделилась своими правилами журналистской работы. Все чувства, которые человек испытывает в своей жизни, все эти чувства журналист проходит в своей работе. И очень важно быть верным этим чувствам, не фальшивить, стараться писать правдиво, стараться писать так, чтобы, читая повторно свою статью, не испытывать угрызения совести. По завершении мероприятия Владимир Жук пожелал успехов и процветания газете «Видновские вести». На мой взгляд, газета развивается и становится еще более интересной, качественной и креативной. Поэтому все больше и больше количество людей ее смотрят, читают. И я вижу, что она нужна. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».